Привет всем, дорогие подписчики, да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, сегодня смотрим тиранозавритов. Начнем с альбертозавра. Живет 25 лет, альбертозавр, что означает ящерица из Альберты, это родственник тиранозавра, но он более маленький, более легкий и легко сложен по сравнению с его с большим двоюродным братом. Но при этом у него присутствуют многие характеристики с его семейства. Маленькие передние конечности, всего лишь с двумя когтями. Массивный череп и мощные мышцы. И мощные мышцы вот челюстные, да? И не менее острые зубы. Так, вес 1700 килограмм, длина 9, рост 3 метра. Посмотрим. О, как быстро создается. О, мне нравится. Golden Eagle. Они, грубо говоря, вообще подряд выходят, да? Да, смотрите, они тупо подряд выходят. И уже такие здоровые. О, кстати, клёвый окрас. Да, бегать он тоже может, но это медленно. Ну, кстати, я думал, у них будет окраска хуже, учитывая, что озвучка хуже будет, учитывая, что рапторы, галимимусы звучат гораздо страшнее, чем тот же тиранозавр, да? Ну, в принципе, неплохо, кстати, посмотрите. Довольно очень неплохая такая модель альбертозавра, вообще клевая. И окрас добротный. Так, этого я смотрел, вот этого я не смотрел. Да господи! Так, наведись на этого чувака, я тебя умоляю. А, да. Тут же моя завра, они сейчас драться начнут. Кстати, вот эти окрасы все одинаковые. Да, он нападает, давайте-ка посражаемся с ним. Теперь ему стало страшно. Так, вот этого я не смотрел. Да, прикольный такой полосатик. Тут три скина одинаковых, по-моему, было, просто цвет разный. Вот этот, кстати, не похож. Ощущение, что у него сверху оперение, но окрас так выглядит. Сейчас, кстати, зададут они этим майозаврам, драчунам. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Индюк-убийца там название у него. У этого прям белоснежные зубы. Жесть, смотрится ужасно. Похож на демона из первого фильма «Астрал». Такой же чувак. Ну, это какой-то... Так, в принципе, очень похож на предыдущий окрас, да? Такая цветовая гамма другая. Так, вот это реально тоже выглядит, как будто у него оперение. Хотя, походу, так и есть. Типа альбертозавр с перышками. Но он как петух раскрашен, если честно. Не знаю, мне не нравится. Абсолютно идентичный окрас мы видели, да? Только там другой окрас был. Да. Чувак реально что-то под конец не запарил. Стоило мне его похвалить. Что, мол, красавчик скины придумал, а там все одинаковые. О, майозавры там уже вовсю драпают там. Ты что, драться пришел? Ты серьезно сейчас? Нет, он убежал. Ну что ж, ладно. Значит, сюда мы альбертозавров закинули, пускай растут. Сейчас мы закинем...
паразаурологов, он точно. А где у них инкубатор? Вот он. Тарбозавр Батар, возраст 35 лет максимально живет. Значит, тарбозавр, что означает Alarming Lizard. Если честно, я забыл название, как переводится. Пугающий ящер или что-то такое. Это тираннозаврид, живший в Монголии, да, получается, в позднем меловом периоде. Очень похож на североамериканского собрата тираннозавра. Тоже был суперхищником на своей территории. И они очень сходны по внешнему строению и строению тела. Главное отличие — строение черепа у них, да? Значит, вес 6,5 тонн, длина 12 метров, рост 4 метра. Создается долго. Радует, что скинов всего 5. Так, а у тираннозавра 10 скинов, да? Да. Он, наверное, еще дольше создается. Даже не знаю, куда его. Давайте вот сюда засунем. Значит, тираннозавр. Возраст максимально 45 лет. Тираннозавр Рекс, король ящеров тиранов, это вымерший хищник из Адской реки, или как-то так, Адские гребни, как-то так, Hell Creek, вот это вот название местности, формации, где он был найден. Это наиболее, обладал наиболее мощными челюстями, которые могли крошить кости и убивать крупную добычу, например, трицератопса. Но он не обладал большой скоростью и обитал в Северной Америке. Рост 4 метра, длина 13, вес 8,5 тонн. Да, вот смотрите, образно говоря, 8,5, да, и 18 тонн в Jurassic World Evolution, да, нормально. Кстати, вот это быстрее создается. Чем тарбозавр. Не, слабовато. Все-таки велоцирапторы и эти галимимы были куда страшнее и лучше озвучены, чем вот эти ребята. Думаю, из них вырастут огромные хищники, да. Бедные паразаурологи, и всех пожрут. Уничтожат просто. Так, эти сутки начинают меня реально раздражать. Так, ну и как у нас озвучен король ящеров, мне просто интересно. Очень слабо. Вообще, где знаменитый коронный рык?
Ну, хотя, да, это фишка все-таки Universal, да, вот этой фирмы, что они там ему такое придумали. Озвучку, но, по-моему, она идеальна. Конечно, мы фиг узнаем когда-нибудь, как звучали на самом деле тираннозавры, но, может быть... Ну, не знаю, мне, в принципе, там больше нравится сочетание звуков, что он реально какой-то пугающий рык. А здесь он какой-то слабоватый, то есть... Дело не в том, что там мне просто больше нравится озвучка, а в том, что здесь какой-то очень слабый голосочек, понимаете? Так, ну и где ты? Это вообще черненький. Ночная фурия. Ночной тарбозавр. Так, а где твой братец? Где твой братец? Фиг знает, да? Так, я там никого не пропустил. А вот сразу третий выходит. Ну, что-то они какие-то одинаковые. Ну, это чуть-чуть посветлее, чем вот этот. А, вот еще какой-то. Что-то они все черные какие-то. Ощущение, что я наклепал один и тот же окрас, вот серьезно. Все нормально. Так, вот последний тарбозавр. Опять какой-то темный. Да, с FPS что-то надо делать в этой игре. Это вообще кошмар. Но это уже мертвый проект, поэтому бесполезно что-то делать, по-моему. Так, ладно, пойдемте посмотрим тираннозавров, пока наши тарбозавры растут. По-моему, я этот окрас видел, или они просто идентичны? Вот это неплохой такой, только слишком темный, по-моему. Блин, вот он не стал, вот ни с той стороны вообще фиг рассмотришь. Какие-то схожие окрасы, одинаковые. О, это там миозавр что-то пританцовывает там. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Танцор диско! За лучший танец вымирания получает первое место у миозавр. Так, это вообще мне не нравится окрас, какой-то дурацкий. Снупи, Таутара, король ящеров тиранов, нормально такое название для скина. Пойдемте посмотрим на наших альбертозавров.
Вон еще один Галимим сбежал. Такой, да ну нафиг этих альбертозавров сбежал, короче. О, они охотятся там, да? Да, они охотятся. Жесть, они охотятся. Бедный этот... моя заура, он без устали там бегает. Да, это трупы везде уже валяются. Двоих они точно пришили. А, ну тут эти, в принципе, с ними норм живут. На, уже там титан такой ходит. Он вообще банальный какой-то окрас, не знаю, вообще простой, самый простой просто. Да не то. Во, вот это какой-то интересный, какие-то такие, знаете, полосы у него, неправильные формы, это прикольно. Вот этот как-то мне больше нравится. Уже не такой простенький. Так, что еще три тираннозавра осталось? Так, пойдемте пока на тарбозавров глянем, может они уже тоже выросли. Да вроде еще нет. Да, они должны быть больше, чем паразауролов. Пока еще мелкие. Ну, это вообще какой-то простой. Фига, он поехал. Ты, чувак, куда? Ты куда собрался? А, это этот его типа толкал. Но все равно странно. Между двух деревьев застрял. А, вот они амизавров разогнали зато. Вот эти тираннозавры растут быстрее, как мне кажется. Но он все равно еще мелковат. Вот какой-то снизу леопардовый у нас такой. Пантера? Да, вот когда нет звуков шагов, ничего такого, ты просто не ощущаешь, что типа он реально огромная тварь. А такой беззвучный хищник. Как-то предпоследний, да, по-моему? Ну, тоже какой-то неказистый. Не знаю, мне не нравится. Что-то он вообще не запаривался по поводу тираннозавров. Типа, по поводу их окрасов. Самое простое, не знаю. Все, да? Че, я пропустил кого-то, что ли? Так, этих я посмотрел, того посмотрел, или я просто сбился со счета? Нет, этого я смотрел. Вроде всех получается тогда. Так, ну тарбозавров создал раньше, давайте посмотрим, вырос там он или нет. По-моему, нет, они еще, да, они еще меньше, чем паразавролов. Хотя вон те уже... О-о-о.
Это уже здоровый. Гоняет тут уже всех. Ну, в принципе, они чуть-чуть покрупнее еще. И все. О, кто сбежал? О! Пахицефалозавр сбежал. Клево. Пойдемте людишек попугаем. А вот и карнотавр у нас тут. Застрявший тогда. Отлично, мы его прикончили. Блин, он тоже огромный по сравнению с этими людишками. Я уже проверил, что людей убить не получится. Просто так, на всякий случай. Так, где тираннозавр-то? Тот самый здоровый тут. Ну, в принципе, он уже вырос, по-моему. Вот это вот его максимальный размер, да? Амизавр тупо выше, тираннозавр крупнее выглядит, реально. Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, на этом я завершаю обзоры по этой игре. Надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите, какой скин вам понравился. О, нифига. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. Скоро начнем проходить новые игры. С вами был Дарксидиус. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока!